сегодня я поделюсь рецептом самого вкусного шоколадного торта «Пьяная вишня». Для начала приготовим шоколадный бисквит. Для этого нам нужно взбить яйца, желтки и сахар до густой, пышной белой пены. Нам понадобится примерно 5-7 минут. Теперь муку смешиваем с какао и постепенно, просеивая, добавляем яичную массу. Очень деликатно перемешиваем все лопаткой, чтобы тесто получилось воздушное, а бисквит пышный и нежный. Далее дно формы застилаем пергаментом, а бока смазываем сливочным маслом. Выпекаем бисквит при 165 градусах примерно 45-50 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Готовому бисквиту даем полностью остыть. Теперь в миске соединяем шоколад, сливочное масло, сгущенное молоко и коньяк. Ставим микроволновку на 1-2 минуты, либо топим на водяной бане. Полученную шоколадную массу добавляем вишню и перемешиваем. Остывший бисквит вынимаем из формы и срезаем ему верхушку. Нижнюю часть бисквита снова помещаем в форму. И руками достаем серединку, оставляя коробочку из бисквита. Далее в бисквитную крошку добавляем шоколадно-вишневую смесь. И все перемешиваем. Теперь в бисквитную коробочку наполняем начинкой и сверху накрываем крышкой. Оставляем торт пропитаться в холодильнике на ночь. Утром приготовим глазурь. В миске смешиваем шоколад, сливки, мед и растительное масло. Ставим в микроволновку на 1-2 минуты. Далее хорошо все перемешиваем и можно пробить блендером для получения максимально однородной массы. Далее торт достаем из холодильника. Ставим на какую-нибудь возвышенность и заливаем сверху глазурью. Даем глазури стабилизироваться 15-20 минут. Затем торт можно будет поставить на презентационную тарелку. Этот торт получается нереально вкусный, шоколадный, в меру сладкий, с приятной вишневой кислинкой. Если вам не хочется тратить время на его приготовление, то вы можете заказать его у меня. Буду рада приготовить его для вас.